Более 1500 орловских предпринимателей получат государственную поддержку в 2021 году. Помощь бизнесу гарантирует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». В 2021 в регионе будут реализованы три основных его направления. Это создание условий для старта бизнеса, помощь уже действующим предпринимателям и поддержка самозанятых. Об этом рассказал глава Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев на заседании правительства, и его провел глава региона. Сегодня, с 2021 года, нам предоставляется 9 миллионов рублей на возобновление программы предоставления грантов на конкурсной основе для социальных предпринимателей. Фактически мы сегодня уже разрабатываем порядок предоставления на конкурсной основе документов Департамента экономического развития для социальных предпринимателей, которые включены в реестр социальных предпринимателей. Сумма такой поддержки будет составлять порядка 500 тысяч рублей на одного предпринимателя. Деньги будут предоставляться на развитие и расширение существующего бизнеса. Единственное условие, что предприниматель может получить такой грант один раз в течение действия всей программы. Особое внимание в будущем году планируют уделить самозанятым. Сегодня в регионе их почти 4600 человек. Организациями поддержки бизнеса уже подготовлены специальные порядки, которые обеспечат в 2021 году доступ самозанятых к финансовой, гарантийной и иной поддержке.